3, 2, 1. Привіт всім підписникам Ютуб-сторінки Віоліті про колекціонування. Звати мене Денис Мінін. Ви бачите руки Сергія Man. І Бачили ті, хто хотіли побачити його обличчя. Цілком, можливо, через декілька випусків ми це з вами зробимо. Але поки чуємо його сміх. І сьогодні, як і раз на два тижні, ми з вами будемо обговорювати. Будемо ставити з вами питання Сергію, на яке він буде обов'язково відповідати. У що зараз важливо інвестувати, та що навпаки зараз, саме в цей момент, можливо, вигідно для вас на ринку продавати, позбуватись від цього? Сергій, привіт! Вітаю вас усіх. Ну, зараз по-бистренькому, тоді спробуємо дуже швидко бистро записати. Ми нікуди не поспішаємо, але що важливо, що ми спробуємо у ці 10, Ну, 15 хвилин так, щоб вони були концентровані корисною інформацією. Давай. Так, Первое, что хотел сказать, юбилейные монеты Украины, Нацбанка, именно сейчас, в данный момент, немножко замерли. Замерли связаны, затишье такое, скажем так, по колебанию цен, связано с тем, что до сих пор нет от Нацбанка плана на 2025 год. А что у нас работает за так? План. А, непонятно. Впервые в истории обычно план на Нацбанк выпускают в августе или июле месяце на, на следующий год. как бы. А на данный момент до сих пор плана нет, но лично Нацбанк мне ответили, и сказали, что мы разрабатываем, готовим, скоро в ближайшее время должен обязательно появиться план. Просто этот план очень сильный даст э, э, рывок для предыдущих монет, потому что мы будем понимать, какая монета подтянется под выход новых монет также тиражи посмотрим. Наконец-то, надеюсь, их уменьшат, потому что в этом году тиражи очень огромные. Из-за этого перенасыщения рынка и стоимость на многие монеты остановилась. Особенно последние монеты, например, такие как плентонизм. Несмотря на красоту этой монеты, тираж 75 тысяч, но цена ее была просто космическая. Итак, во что сложить бабки? Как говорится, многие хотят узнать. 2018 года годовой набор обиходных монет Украины. Обратите на него внимание, Чему мы 2018. -е? 2018 -е? Не, не, не услышал. Чему самый 2018, Сергей? Бо 24-го вот, не будет э, року, так? Э, э, да, 24-го года годовой набор убрали с плана по необъяснимой причине. Но этот набор интересен тем, что в нем указана монетка, посвященная, э, получается, выпуска почтовых марок э, так называемых денег того времени, шаги. И э, так как э, в этом наборе есть сама монетка, у которой есть э, почтовая марка номиналом 50 шагов, то в следующем году вместо 50 копеек в теории должна быть монета номиналом. 50 шагов. И этот набор годовой ляжет с тем другим годовым набором. Очень неплохая коллекционная история. Как бы стоит обратить на это внимание. Стоимость данного набора на данный момент начинается от 3600 гривен до 4000 примерно такой коридор. То есть, если есть какие-то денежки у вас, можете потихонечку входить в этот набор. Тираж их не 10 тысяч штук, а у, у новых наборов, возможно, будет 20 плюс тысяч тираж. Неизвестно. Но, может, у нас банка думается и, наконец-то, начнет делать стандартные классические тиражи на монеты, потому что огромные тиражи. Я понимаю, что банки за счет своей этой чехарды, очень много банков, везде разные цены сейчас, то есть непонятная реальная стоимость. Тут в каждом банке своя какая-то цена, и из-за этого немножко лихорадит рынок. Нет, Сергей, это я Речный 2018, так, враховуючи новости про то, что уже просят нацбанку уряду, чтобы в 2015 в 2025 году шаги появились, ну, официально разрешили их выпускать, это целиком актуально. Далее. Все, погнали быстренько. Нептун, первая монета в серии, 5 гривен, ее стоит, просто необходимо покупать. До сих пор стоимость вот 600 гривен. 2024 год последняя монета, ой, как бы последний год, да, то есть 24 год, но вот и из этого года до сих пор можно обращать внимание на эту монетку. Дальше, хорошая тема для инвестиций 2006 -го года, э -э, капсула пошивенькая у меня, но монетку все равно все знают, коллекционеры, это 10 лет ведро Женя Рушевой Одинницы э -э, Украины. Вот. Чем интересна монета? Здесь на этой монете изображена э -э, металлическая гривна, бумажная гривны и копейки, которые были. А в следующем году выйдет возможно новый дизайн копейки, соответственно, данная монетка необходима и может быть банк кстати, что-то подобное тоже сделает, надо посчитать по годам. Дальше, еще куда стоит вложить деньги, обратите внимание на такую монету военный госпиталь в Киеве 260 лет 2015 года. Тираж данной монеты 25 тысяч штук. Сейчас я постараюсь быстренько ее вам показать. Вот она выглядит. Вот так. Почему самолет требует заманить Сергей. <свес> <свес> потому что у нее очень маленький тираж, стоимость данной монеты от 280 до 350 гривен. В продаже таких монет на всех торговых площадках, что я посмотрел, плюс минус в районе 35 монет всего лишь. Поэтому, если у вас нет, потихонечку подкупайте. Цена очень низкая, и тираж 25 тысяч штук. И военная тема. Ну, стоящая монета, можно обращать внимание потихонечку. Просто даже себе 3 четыре штучки положить дешевой монеты с маленьким тиражом. Очень неплохая идея. Удивились, раздивились, запомнятали. Далее. Вот. Куда еще стоит вложить деньги с точки зрения эстетики, да, в коллекцию? Хотите что-то интересное? То есть не, не обязательно даже инвестиции, но для коллекции рекомендую обратить внимание на такую интересную монету. Богдан Кмельницкий с номиналом 1 миллион карбованцев. я вас. 10 тысяч штук. Да, я показываю сразу в каталоге, как она выглядит. То бишь, это как обычная 200 тысяч карбованцев они вот такие в запайках были. Но вот эти монеты, чем интересные, они тоже бывают в запайках. На сайте Виолите, кстати, есть одна в продаже в запайке. Я прям удивлен был. Вот. Также еще присмотритесь к монетам самым крупным номиналом в истории. Украины это 2 миллиона карбованцев. На одной монете номинал 2 миллиона карбованцев. То есть просто даже для коллекции такую монету вот тот же, допустим, Чернобыль досячья трагедии: вот можно взять монету с номиналом 2 миллиона карбованцев, почему бы и нет для коллекции. Вот. Это, так сказать, для души. То есть, монетки. Это не, ну, не факт, что это сильная инвестиция, но интересно с точки зрения коллекционировали, чтобы тоже рынок коллекционеров зацепить, как говорится. С точки зрения еще одного рассмотрения, как именно инвестиции, то обратите внимание на империю. Это монета, получается, 50 копеек Николая II и рядовые года 1912-1913 года. Монеты по сей день особо не Двинулись в цене. Цена стоит в районе 2,5-3,5 тысяч. То есть можно найти хорошее состояние для коллекции, для инвестиций, пока цена не двигалась. И также еще обращайте внимание на рубли советские 1924 года. Тоже очень интересная позиция. Сейчас какая-то расфокусировочка. Вот, настроил камеру. Угу. Это стандартная монета. Матин. Однако за счет э, качества и красота этой монеты она всегда пользуется спросом, несмотря на достаточно немаленькое количество предложений таких монет на рынке. Но стоимость монеты начинается от 2500 гривен до 4500 гривен. Когда-то они были по 500 гривен. И, и со временем цена все равно будет дальше дороже. Теперь, что продать? Наверное, да, это то, что на этом тижне разобралось, Что... Вкратце, а, а, что теперь продавать? То есть, вы когда-то, грубо говоря, слушали, например, мой канал, или когда-то для коллекции себе что-то покупали, и вот, допустим, вам нужно реинвестировать, то есть продать что-то, что уже подорожало. Для чего? Для того, чтобы на эти деньги можно было купить другие позиции, которые также будут продолжать дорожать. Называется реинвестировать. <клышь> Значит, я когда-то топил очень сильно и всем рассказывал за монету 50 копеек 1922 года. Вот я вам такую показываю, интересную монетку. Э, качество изображения. Картинка не очень, конечно, в резкости. Но в чем отличие и идея этой монеты? У нее инициалы АГ на гурте. Данная монета очень круто подорожала. Когда-то они стоили по 600 гривен. А сейчас данная монета в хорошем состоянии стоит больше 4500 гривен. То есть, в принципе, она сработала. Если у вас есть такие монетки, можете сделать там их 4 на монете. Можно выставлять, продавать и на эти деньги, перекупать покупать что-то другое, например. Также очень хорошо сейчас отыгрывает рубль 1921 года это замечательная монета в хорошем состоянии стоит начинает от тысяч гривен когда-то они стоили по полторы-две тысячи гривен теперь от 6 до 10 плюс тысяч гривен стоят такие монеты можно выставлять продавать и на эти деньги реинвестировать. Сергій, а також у тих, хто нас дивиться, є можливість залишати коментарі саме під цим відео для того, щоб ти відповів на їх питання, на питання, які стосуються нумізматики, які стосуються інвестицій, які стосуються монет України і не тільки. Друзі, я запрошую вас до дискусії. Відповідаємо на коментарі як на Ютубі, так і під наших зустрічей з Сергієм Меджик Мані. Будемо намагатись давати фахові. И, возможно, не всегда поради э, стосовно ваших инвестиций. Сергей, на сегодня это все? О, да, я думаю, да, в принципе. Но мы ждем все планы от нас банка, и там уже, конечно, движения будут уже очень интересно размышлять, куда что пойдет, и какое движение и скорость роста на те или иные позиции начнется. Наша наступная, а наступная встреча. Обычно, э, секунду, обычно так. мой прогноз сбывается. Наша я даю прогноз. Наша наступна зустріч с тобой буде за два тижні. Сподіваюсь, що ті саме, знаєш, піщі для розмишлення. В нас з тобою буде достатньо. Як і у вас, шановні підписники, раді, тому що ви залишаєтесь з каналом Віоліті. Про колекціонування будемо з вами чутись. Будемо так підписуйтесь. Будемо з вами чутись. Будемо з вами бачити частіше. Сергій, дякую тобі дуже, до зустрічі. Па-па. Па-па. вам дякую, до побачення.